ну, училище греков-то и Ушинский. По профессии он художник, живописец и преподаватель живописи. У него третье место на международном конкурсе. Он участвовал в Берлине и еще в Мюнхене два раза. Вот. И всеукраинские выставки, когда Киев проводит, всеукраинские, всего 200 человек со всего Киева берут. Он всегда проходит, и в трех или четырех каталогах он. Ну, так, направление у него романтический реализм. Это современный стиль такой, сочетание импрессионизма с реализмом. Он очень чувствует хорошо краску, был лучшим учеником и в Брековке, и Он не повторяет. Очень оригинально, конечно. Да, это современное направление сейчас пошло. У него чисто авторская живопись. И композиция авторская, и вот подбор красок. Они все живые, легкие, у них много воздуха. Профессионал плюс, он это любит. И талант есть. Бог наделил талант. Тут вся представлена перед вами Одессика. Он и архитектуру пишет, но он очень любит именно краски. Мне трамвайчик нравится, как живой смотрится. Да. И это маршруты, он композиции пейзажные маршруты. Вот это седьмой трамвай, который соединяет Таирово с поселком Татурска. То Слободка. У него там, вот в Инстаграме вы когда зайдете, можно. Инстаграма. А это его Инстаграм, да? Да. Вы увидите там 15 композиций трамвайчиков. Каждый свой нажатие совершается. Потому что вначале они поправляли, когда мы только выходили. Он очень часто делает, но он любит коллективные выставки. Потому что так он любит. Художники, они такие, они своенравные. Ну да. И раньше он поправлял. А последнее время он говорит, дужихар. Хорошо, большое вам спасибо за ваше время. Все, удачи вам, всех благ. До свидания. Да, выставим вам на продажу все полностью. Спасибо, до свидания. Одесский оперный театр.
огурчики со сметанкой. Это развод, я анализы сама могу.
Это у одного же дяди. Тоже да? Номер карточки? Да, такой. Да. А еще не было, помнишь, мы шли? Да. Пошли? Сейчас.